От глухого до самого безопасного микрорайона области всего один шаг. Решились на этот шаг жители Новой Дерябихи не от хорошей жизни. Случались и мелкие хулиганства, и порчи имущества детских и спортивных площадок. Чтобы навести порядок, установили видеонаблюдение. За услугой обратились в компанию «Интеркомтел». Мы решили остановиться на той организации, которая предоставляет нам услуги связи, которая имеет лицензию. Это был один из первых факторов. Второе – это уже проведение собраний собственников жилья. Тем более, что два варианта – либо покупка камер, либо взять ее в аренду. Мы просчитали все «за» и «против», и пришли к выводу, что нам проще брать камеры в аренду для того, чтобы, в общем-то, просто ни о чем не думать. Камеры сейчас установлены на 8 домах из 14. Собственники, которые решили, что им эта услуга нужна, платят абонентскую плату и действительно больше ни о чем не думают. Любые неполадки – это забота техподдержки. Нам не нужно было скидываться, например, на эти самые камеры. У нас вот некоторые жители выступали за то, что вот давайте сами просто повесим и никому платить абонентскую плату не будем. Ну а сколько стоит каждая камера? А сейчас мы платим абонентскую плату, если вдруг что-то случилось, у нас есть техподдержка, если камера сломалась, нам ее поменяют, то есть как бы это не наш расход. У нас вот фиксированная сумма. Пользователи услуги могут видеть все камеры. У каждого есть свой логин и пароль. Изображение можно просматривать и на компьютере, и через мобильный телефон, через приложение «Форпост». Картинка доступна онлайн и в записи. Камеры у нашего дома смотрят, конечно, площадки вокруг нашего дома, но у нас сделано все в системе, поэтому, в принципе, мы можем смотреть любые камеры, и те, которые направлены на площадки, которые направлены на дороги в нашем микрорайоне, поэтому мы следим за всем. На сегодняшний день микрорайон оснащен 39 камерами. И уже даже был случай, когда записи помогли полиции. Но в целом камеры очень дисциплинировали и самих жителей микрорайона, и гостей. Самое главное – это безопасность жителей. Всех жителей нашего микрорайона. Я так думаю, что процедура проведения собраний, все-таки мы до Нового года постараемся как можно больше домов. И люди поймут, что это им просто необходимо. Безопасность микрорайона начинается как минимум с одного дома. Если вы решили, что пора установить видеонаблюдение, звоните в «Интеркомтел» по телефону 939393.